Русский репортаж представляет. У нас такое не происходит. Убивать албанца было не очень умно. Он был сербом. В любом случае, его больше нет. Мы должны предложить им что-то взамен. Это как послать цветы и вложить карточку. Что тебе нужно? Я думаю, Ингвара убили. Есть информация, что Ингвар украл сумку у графа. У графа? Тогда я убью его. Даже не думай, Нильс. Я должен попытаться. Тебе повезло, Нильс. Ты успешный, полностью интегрированный иммигрант. А это совсем неплохо. В данном контексте. Этого не будет. Это все чертовы албанцы. Сербы. У нас был договор. Они его не выполнили. Пора отомстить. Кровь за кровь. Сына за сына. Паршивые восточноевропейские обезьяны. Ты что, похититель? Обычно нет. Если хочешь его убить, обратись к наемному убийце. Я знаю одного, его называют китайцем. Китайцам должно быть холодно у нас. Я датчанин. У меня очень тяжелая работа и ответственная. Ты обыкновенный преступник, Оли. Нильс! Нильс! Осторожнее! Дурацкое дело нехитрое. Скоро в кино.